Всем привет, ребята, с вами Никита. Сегодня мы снимаем игру под названием Recall Playground. Я буду сегодня тихо говорить, потому что на дворе 23:10 уже вечер. И сегодня я буду... Может, меня, короче, не слышно будет иногда, но извините. Так, сегодня я в этом видео хочу сделать дом... И попробовать сделать, ну, типа, сценку для фильма. Может, в следующий раз у меня получится сделать, хочу, мини-фильм. Если получится, то, ну, это будет очень хорошо. Но я думаю, в этом видео заинтересует, как это будет делать сценку. Короче, будет вам интересно, я думаю, надеюсь. Так, давайте. Тут у нас человечки. Офигеть, тут такое обновление, что вообще... Жесть. Ага. Ага. Такс. Ты чё? А. Я понял. Стойте, а... Контур. Что? Ну, давайте добавим... Ох ты, офигеть, я приземлился. А, что? И так приземляется, что ли? Офигеть. О, что? Нет, я убил томата. Бедный ты. Что происходит? Помогите. Ой. Надеюсь, этому чуваку не прилетело. Нет! Ах, ему прилетело все-таки. Что происходит? Ребята, что происходит? Что я делаю? Что я происходит, ребят? Посмотрите, когда это томата просто текет за карту. Хотел получить интересное видео, а я только что-то сделал непонятное. Это какой-то кринж. Кринж просто, полный кринж. Полный кринж, ребята. Ну, полный кринж. А я так и подумал, мод сделаем кринж. Ну ладно, на самом деле не хочу кринж. Давайте попробуем сделать вот эти. Делаю вот так вот. О! Что? Что происходит, ребята? Я вообще не понимаю. О, обновление вышло. Я вообще не понимаю, что тут делать надо. Какой-то робокуб. Ух ты! Офигеть. Чилик. А, вот и где. Привет. Ты кто вообще такой? Первый раз вижу. Так. Ладно, сегодня мы просто, я думаю, испытаем тогда. То, что я вообще не понимаю, где что находится. Так, ну давайте испытаем вот эти. Это что? Дымовая шашка? Что будет? И чё? Ой. Ой. Вот, смотрите, он подходит, типа. Смотрите, сейчас. Подойдем. Эй, братанчик. Шашки не хочешь? А! Ой. Ой, не-не-не. Кстати. Кстати. Все, походу... Походу, я походу понял, что делать, смотрите. Ой. Ой. Блин, я походу понял, только как. Ай. Как тут все непонятно.
Такс. Окей. Такс. Угу. А давайте вот это посмотрим. А где они это берут? Офигеть, они где-то... Ой. Они где-то тут берут? Крыса, конечно, такая. Блин, как я не могу использовать пока что-то. Зато могут это оружие. Ух ты. Офигеть. Слышь, там, ты помнишь? Ты говоришь, что ты заболеешь. На. По башке. Вот сейчас ему. Ох. Да ему вообще ничего не страшно. Чего? Давайте попробуем. Давайте попробую сейчас его. Чего? Чего? Это вообще страшный? Что происходит? Господи. Это видео полный кринж. Полный кринж какой-то. Чё я делаю? Чё я делаю? Господи. Что происходит? Чё происходит? Чё за кринж? Чё происходит? Зачем я это делаю? Господи, ребята. Ребята, пистолеты в военкомате. Так, все знают пистолеты. Дают пистолеты. Все в конюшне, что ли. Учительница спрашивает, а зачем вас? Чтобы вас устранить. А много зачем так? Ну вы же не одна. Учительница такая, ну ладно, пон. Ладно, давайте все удалим. Все, мы удалили. Господи. Это что? Это что за челик? Чё? Привет, братан. Приятно было познакомиться с тобой. Не. Идите вон. Вы мне тут не нужны. Акс, я понял, конечно, я чуть-чуть начинаю разбираться, что вообще не разбираюсь. Пацан, с тобой точно все нормально? Ты чё так стоишь? Господи, чё? Да блин! Перестаньте спавниться. Господи, я с этим парнем... Чё я сделал? Чё я сделал? Так, слада. Например, поставь сюда палку. А я не могу палку поставить. А я ничего не могу сделать. Я вообще ничего не могу сделать. Я вообще ничего не могу сделать. Что происходит? Что это? Что это? Ребята, что происходит? Что происходит? Господи, ребята. Где вы, ребята? Бедные ребята.
О, господи, чё за кринж? Чё за... Где вообще этот чувак? А, вот. Чувак, как ты выжил? У меня всё нормально, да? А. Блин, нет, всё-таки в морге. А ты голову хоть свою можешь поднять? Во. Во. Молодец. А это чё... Ладно. Да, блин, это подсказка. А это ч... А, это замедление. Так. Да, блин, выключись. Ладно, давайте 150. Так, да ладно. Так. Это были предметы. Ё-моё. Ай, ладно, ребята. Я не понимаю, где тут что находится. Сейчас разберемся. Вот у нас мечи. Ребята, что я делаю? Ладно. И давайте сейчас сюда. А! Укольчик! Укольчик! Вакцинация! 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 Ой! Ой! Ух ты! Ему аж вот так вакцинация понравилась, что он... Что его... Того. Ладно. 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 Я понял. А как вообще, где, что тут, ребят? Я вообще не понимаю. Где, что... Пожалуйста, объясните мне. Я вообще не понимаю, что это за обновление непонятное. Я вообще не врубаюсь. Что тут делать-то надо-то? Господи. Это что? Это за рекламу. Окей, это что? Ладно, я понял. Что это? Да. Вопросов нету. Фигня какая-то. Ладно, ребят, я, короче, ничего не понимаю, что тут происходит. Я думаю, пора заканчивать видео, потому что уже реально кринж получается. Я вообще не понимаю, что тут происходит. Как выйти вообще из этой системы? О, таракан. О, господи. Бедный чувак. О, май гад. Надо им помочь. Так, помогли, нет? Ух ты!
Офигенно. Взорвалась. Теперь я хочу кое-что испытать. Я вроде хотел видео заканчивать, а уже что-то не заканчиваю. Ну ладно. Давайте сейчас все уберем, я кое-что хочу проверить. Давайте заспавним. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять человек. И посмотрим, насколько способна эта бомба. Ох ты! Офигеть! Сразу 10. Сразу 10. Сразу же, моментально. А если таких железных поставить? Два, три, раз. Раз, два, три, четыре, пять. Еще сюда. Шесть, семь, восемь, девять, десять. И скинуть эту бомбу. Все подохли. К сожалению, все подохли. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать, двенадцать, тринадцать, четырнадцать. А. Короче. Ребята. Я реально буду заканчивать видео, потому что это реально кринж. Всем пока.